друзья, гиря 88 килограмм. Тушка 46 миллиметров, очень толстая, прям очень. Я делаю чисто взятие. Чисто взятие на грудь одним темпом. И насколько я знаю, у Виктора Блуда рекорд взятия как раз вот этой гири, 88 килограмм, на грудь одной рукой, одним темпом. Я просто попробую повторить этот рекорд. А потом Андрей расскажет, какой рекорд во взятии одной рукой. Кому он принадлежит?